Я там придумал западню для одного, который ставит все время один дизлайк. Что бы я ни рассказывал, что бы я ни показывал, но все время один дизлайк. И я ему сказал, я придумал западню. Я сейчас его в эту западню поймаю. А вы мне поможете. Это первое. Второе, значит. Очень нужно продвинуть наш YouTube. Да, потому что я сейчас должен достичь определенного там предела, чтобы YouTube сам меня продвигал, потому что я хочу расширить школу нашу «Человек будущего» Homo Futurus, чтобы всем нуждающимся бесплатно дать самые простейшие приемы. Ну, там, конечно, будут и платные курсы, там, вебинары, там, и все, но первую часть я даю бесплатно всем. Такие приемы уникальные. Поэтому вы ставьте там коммент и лайк. Коммент обязательно, ну хотя бы 3-4 слова. Ну, чтобы вам было легко, не думая, оставить этот коммент, и я придумал такую хохму. Как говорится, и смех, и грех. Посмотрите на меня внимательнее. Да, внимательнее посмотрите и определите, какой пробор у меня сегодня, и какой пробор был все прошлые разы, для того, чтобы определить, какой вид лучше, левый или правый. Вот сейчас у меня слева пробора, а всегда был справа. И вы посмотрите прошлое видео и сравните, и просто напишите, нам больше нравится слева или больше нравится справа, да? Потому что я следующее видео буду делать очень серьезное видео о стресс-адаптации. Когда человек попадает в неопределенность, у него возникает стресс, а когда у него появляется определенность, у него стресс снижается. Я буду делать видео о стресс-адаптации и чем отличается саморегуляция, управляемая по методу ключ, от гипноза. Очень серьезное будет видео. И поэтому давайте продвигать. Итак, смотрите сначала стресс-су сайт. Это алгоритм, я говорил. Стресс-су сайт, он тоже продвигается. Хасай.ру сайт, он тоже продвигается. И поэтому сейчас, да, посмотрели, да? Еще насчет книжки, «Укрощение стресса», меню магазина. Нажимаете, и там выскакивают электронные все вебинары, книги, самое лучшее из них «Укрощение стресса». Сначала прочитайте, для новичка это очень важно, чтобы он сначала прочитал эту книгу, потом зашел в группу в Facebook и ВКонтакте «Школа Человек будущего» Homo Futurus. Записался, если там не записан, то вход тоже бесплатный. Итак, поняли меня, да, друзья? Я посмотрю, вообще нужна наша школа или нет, по вашей активности. Итак, вперед!